Во Владивостоке капитально ремонтируют спортивную площадку школы номер 2 на Толстого, 27. По информации специалистов городского управления образования, ремонт не проводился очень давно, и покрытие сильно износилось. В настоящее время у нас сейчас с подрядчиком проводятся земляные работы, подготовка основания к дальнейшему асфальтированию. Здесь в дальнейшем после асфальтирования будет полностью все уложено резиновым покрытием, так как здесь у нас будет баскетбольная, волейбольная площадка, соответственно, по всем нормам все будет соответствовать. Ну и плюс, соответственно, расположение площадки с малыми спортивными формами. Это тренажеры, ну и общеобразовательные элементы. Всего в этом году в городе планируют отремонтировать 22 пришкольных спортивных объекта по 14 адресам. Аукционы уже проведены, контракты заключены, и подрядчики вышли на работы. Елизавета Драгомирова, Виталина Хомякова. Новости на 8.